За визы унижаемся. Ну дайте визы нам в Европу. Ну что это такое опять? Опять позорное унижение. Не дают, пошли вон. Не нужны наши визы. И вам не будем давать визы. Должны быть ответные меры, жесткие меры. В Нигерии не выпускают моряков. Моряки для охраны от пиратов. А им же хочется заработать. Чем будет нигерийская полиция заниматься, если они будут вместо нее охранять водные пространства? Военно-морской флот направьте к берегам Нигерии на учения. Сократите дипломатические отношения, посла отзовите, выкиньте нигерийских студентов из Москвы. По всему миру наши моряки сидят в тюрьмах чужих. Наплевать Россия, слабая страна, хватай русских моряков. Еще одна провокация тех же американцев. Рактопамин употребляют в корм скоту. Это быстрая прибавка в весе, это значит быстрая реализация этого мяса, но это вредно для человека. И что делают опять? Европа отказалась? Можно. Европейцы белые люди. Ах, русские отказываются. Аборигены, понимаешь, какие-то там африканцы русские. Нет, вы нарушаете, оказывается, правила ВТО. Весь мир имеет право отказаться от негодной продукции. Это в рамках правил ВТО. Но когда русские отказываются, это нарушение. Что бы ни делали русские, нарушения. Установление – нарушение. Книги хасидов – нарушение. Мы платим 50 тысяч долларов каждый день. За то, что наши книги находятся у нас. Еще в 17 году была национализация. Вы с ней не согласны? Чего вы признали советское правительство? Значит, советское правительство вы признаете, а то, что оно национализировало книги хасидов, вы не признаете. Гнусная, мерзкая страна. Отвратительная страна. Никакого права. Произвол, насилие. Такая демократия, мы никогда под нее не подпишемся. Никогда. Советская модель имела минусы, но американская модель демократии, пушки, издевательства, тюрьмы, насилие, все это Абу Грейб и так далее, это чудовищно, это позор для всего человечества. Весь мир ненавидит эту страну, везде сжигают американские флаги.